Это старейшины корейцев. Старейшина Латан, старейшина Шавал, старейшина Цион, старейшина Ана. Старейшина Дишон, старейшина Айцер, старейшина Дишан. Вот старейшины корейцев. По старшинству их в земле Сейр. И вот цари, царствовавшие в земле Эдома. Прежде царствование царя у сынов Израилевых. И царствовал в доме Бзла, сын Беора, и имя городу ему его Динава. И умер Бела, и воцарился вместо него Йоав, сын Зераха из Бацры. И умер Йоав, и воцарился вместо него Хушам из земли Теймонейцев. И умер Хушам, и воцарился вместо него Адад, сын Бедада, который поразил мидьянитян на поле Моава. Имя же городу его Авит. И умер Адад, и воцарился вместо него Самла из Масрейки. И умер Самла, и воцарился вместо него Шауль из Рехоута Наречного. И умер Шаул, и воцарился вместо него Баал-Ханаан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханаан, сын Ахбора, и воцарился вместо него Адар. И имя же города его Пау, а имя жены его Мы-Эй-Тавейл, дочь Матрейды, дочери Мэй-Заава. А вот имена старейшина Исава по племенам их, по местам их, с их наименованиями. Старейшина Тимна, старейшина Алва, старейшина Йетейт, старейшина Оливама, старейшина Эйла, старейшина Пинон, старейшина Кнас, старейшина Тейман, старейшина Мифцар, старейшина Магдиэйл, старейшина Ирам. Вот старейшины Идомейские по их селениям в земле владения их. Вот Исав, отец Эдомеев.